Здравствуйте, дорогие друзья, находимся на канале Russ Running Game, с вами Александр Мурдет, и мы продолжаем прохождение игру Метро 2033. Разве нам не надо вызвать гестапо? Я сейчас вызову. Вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Пидарас. Точно! Ладно, краснопузый, молись своему Марксу и Энгельсу. Ну, давай, ну, гасите их. Мы же пацаны, походу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Фига себе, чувак, просто. Могёт. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Опа. Давайте, за родину нашу. Не пенство, а каенного ради. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Фух. Так, двинули к броневику. Пацаны, я жив. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. Опа. А что же с нашим заданием? Это я хорошо зашел. Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Медальку получишь. Там поосторожнее. Ну, фонарик можно выключить. Вырубить фонарик можно. Опа. Чувак, я думаю, тебе не повезло. Бабусики. Пут, ты только 29, ё-моё. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Ну, давай, и тебе не хворать хлопец. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Сейчас, наверное, начнется ахтунг. И, может быть, они не поймут, что произошла замена экипажа. Я чувствую, что нет. Друзья, вы напряжены, я напряжен. Сейчас бы всех положил бы. Что на фон злолек? Шней. Чувствую, он сейчас спалит. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Сзади! Ах ты ж. Уху! Крутотенечка!
Ах ты ж! Так, пацаны, спокойствие, только спокойствие, дело житейское. А чё встали-то? Все метки это. Прям усраться можно. Так. И аптечек ни хера нету. То есть нельзя использовать. А это что? Зачем нахуй? Ах. Бубуеть можно. Ё-моё. И что теперь делать? Трак с левого борта. А что дальше? А, ясненько. Уф, еле проскочили. Твою мать! Ура! Победа, ё-моё! Пацаны, победа! Фух, Т-34? Это был танк Т-34? Чё-то не верится. Чё-то не похож. Фух, охренеть. О, друзья, это было весело. И чё ты ждёшь-то? А. Чтобы я тебе дверь открыл? Безрукий ублюдок сам что ли не может открыть дверь? А там чё? А там закрыто. Опа. 3-4 пульки. И куда мы пришли? Вот он. Депо. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Прошу прощения за пропуск этого кадра. Понастроили всякой хрени.
Гляди в оба, иначе башку снесет. Да нам-то проблема. Да уж. Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. И счастлив за парня. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Дрезина, закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! И да ни хрена себе, и как тут проехать? Кверху жопы, что ли? Слушай, вы совсем что ли охренели? Скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. А, сними его, Артём! Рейдер. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! К вам лети! Ой. Что, они чтобы сразу так сделать? Ой, я лопух. Держись! Держись, братиш. За нами никто не приедет. Фу. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Ага. Я чувствую, что красные сейчас они почему-то... Что это? Появится лошадным образом. Мутанское отродье. Они взорвали его. Левее! Держусь, братюнь. Ёптись. А, как-то сыкотно. Вагонное депо. Ну, депо метрополитена. Господи, да это же депо. Ёптись. Сколько я слышал о нем. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Твою мать. Походу тут будет весело. Ах ты ж. Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Быстрее, 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 быстрее! Твою мать! Ну пипец!
Вот чувак, оплючи, смотрите, э! Ох ты ж! Фух, фак это не то слово. Я теперь один. Охрененно просто. Супер. Фух. Павелецкая. После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ой, да. Все напряжнее и напряжнее становится игра. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Ну, спасибо, как не очень хочется. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. This is Sparta. Бьяч. Чувствуешь? Они на подходе. Это спокойно, без паники. Черный, что ли? Охренеть. И чё? Подъем! Все в порядке? У нас потери! Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Чудесный день, чтобы умереть. Дьявол, черт, проклятие! Ну твою мать, начнем. Давайте, ублюдки. Нам конец. Бодрячком, пацанчик. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады не жила. Ох ты ж, сука!
Зашибись, повесть, их осталось двое. Все, пипец. Ошибись. Еще тонкая волна. Супер, теперь походу я один. Ну ладно. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Окей. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Давай, бро. Да. Грусть, печаль, тоска. Нельзя испытать машинку? Походу нет. И что же ждет меня там? То есть меня... Суки. Теперь понятно, что меня тут ждет. Полный... Пиздец меня тут ждет. Давайте, козлы сраные. Так. Вонючие шавки. Что с цуко? Когда сзади что-то греет, так лучше отстреливаться. Какого шавка сраная, а?
заколебали. Откуда их так много-то? А, блин. Долбанная привычка все время перезаряжаться. Еще мелкие, блин, еще не видно, что они бегут, не бегут. Так, и нам нужно туда. Так, тут ничего. Тут стопудово их будет до хрена. Патроны, ништяки, стрелы. Всякая хренотень. Ой. С охоты так иду вперед вообще. А, тут нас плющит. А, еще мы что-то не то выбрал. Ну что ж, друзья, пошли. Да ё-моё, так напугал, скотина. Мелкие мрази. Еще. Ой. Я тебе сейчас, блин, уйду. Никуда без моего разрешения. Чей-то ребенок? Наконец-то дошли. Не случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Да. Дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись, пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой?
Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Вот незадача, да? У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Да. Ну, как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Ну и вали нахрен, блин, тогда, ты не такой сильный, там, бла-бла-бла. Скотина мелкая. Ну ладно. Спасибо, друзья, что смотрели видеопрохождение. Ставьте палец вверх, ставьте комментарий, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем спасибо, всем пока.